может быть там пролить. Может, это здание, поэтому человеческий фактор в любом случае нужен. Хотя бы как бы инновационная идея, когда вы слушаете законодательство, попробуй сослаться. На него необходимо, вот тогда можно как-то лучше. Бывает пробел в законодательстве, в принципе, компьютер подвисит, как говорится. Эти вопросы, ну, не решим. Хорошо, давайте мы не попробуем не решить эту проблему, а попробуем хотя бы как-то уменьшить. Ну, можно я с вами примерить, чтобы вы как бы все представители сидели? 4 года назад, хозяин перевел землю из промзоны в валютную зону. Пошел прикладывать налоги. Сейчас, естественно, он испугает этот участок вместе с тем участком, который получил. Сейчас мы подаем документы на перевод его, неважно, из ЖС или РПА, еще что-то. Из ЖС парковой зоны, допустим, мы будем в промзону обратно, да? Чтобы она приносила деньги. Сейчас там будет регистрация, что не сводится, а обратно на землю перевод. Потому что ЖС парковой зоны, это в городе? Это в целом. Возникает вопрос, одни специалисты говорят, что это стоит столько в одном машине. Вторые говорят, что сейчас перевод отрезан. Это вопрос, что мне делать? У меня полгектара земли в центре, я не могу ее продать ни инвесторам, ни банкам. У меня там утки живут. Что мне делать? Минземы может выйти, мне сделать. На кабане? Все об этом в курсе, все, полгектара земли в центре, я могу ни москвичам продать, чтобы они продавали, не получили, я ничего не могу за это результат, куда мне делать? Мне кредиты мне не дают, ЖДшку не хотят. Там можно поставить нормальные склады, там все что угодно, что мне делать? Давай сюда все. Города. В центре города я не могу перевести землю, продать все, получить по прибыли. Я пропустил причину. Потому что он примыкает к парковому дозору. Нет, он не примыкает. В свое время перевели. Вас где там вот этот дат? И Варич сказал, что в центре города мы сделали пока никакие вещи. Вот пока это 2004 год. Хорошо, давайте сделаем. Нет, открывать там парковку или не открывать там парковку, да? Лично дело собственное. Нет, они сказали, что возможно здесь открыть парковку, либо одноэтажное строение. Но это москвичам интересно одноэтажное строение. Семинар вообще, да? Конечно, оно победное, потому что... Не знаю, я бы, наверное, не знаю. Я бы сделал. Там будет видео построить, там будет видео. Я обжаловал суд. А если публичное слушание организовать? Исполком легко поменять категорию. На другие свои грехи? Нет, на это, и у меня как бы вообще ее потом заберут. Мы скажем, слушай, ну это гордо принадлежит, это парковая зона. Чем меньше вопросов задаешь, тем меньше. Мы не делаем. Тихаря сделать не надо. Вам надо фишман. А смысл нет? Она быстрее разберется, да? Ну да, пусть парк. А там есть парк, поэтому даже парк Гранс на парк взять, смысл нет, там уже парк есть. Вот поэтому у меня полгектара. Вот Кирилл, мы с ним говорим.
У вас шикарная зона для шашлыка в центре города. В лесу. Вы жалуетесь. Чтобы шашлыка шли, там что, ресторан построили? Зачем шашлык? Для себя. А полгитарно? Зато никто не мешает. Ну, зоны не можно, попробовать значение. Начать на построили. Ресторан там. Я центральный, столовая, добрая столовая. Нет, там Татэнерго автоном, блядь, блок. Как ты слышал, блядь? Дом, да. Зато у вас есть полный карман. Мы, кстати, ушли от круга. Сейчас проблемы. Нам и ваши проблемы. Так что можно сделать? А регламент есть? Что это? Есть же каждый вести землю и захватывать промышленную или подвижную разрушенную воронку. И все. Центр закупления. Да. На самом деле ничего они не дают. Может, где-то планы меняли. Да. Просто организовать там коллеги. Я прошу прощения, что встречаете. Вопрос административных барьеров. У нас есть Алексей, это со-модератор. Самый владелец комитета Алексеевского района. И Виктория также в помощь ему. То есть ЗНДС сейчас отвечает Бутани. Я возьму сам хорошую программу. Спасибо, коллеги. Проблема хорошая. Да, там, а что поставить? Административный барьер. Ну вот я соглашение. Вас хочет спросить. Виктория, а вы насколько давайте. Вот смотрите, где мне узнать, допустим, о состоянии, который мне интересно. Технически нет, или Минтем за 20 дней до торгов должен был обижать. Это бардарми. А если он хочет интересовать? Да. Допустим, оно висит на балансе. Никому не знаю, что с ним делать. Пишешь письмо. Если государство... На балансе оно, наверное, стояло государственное. Значит, это Минфин. Если муниципальное, то исполком города Казани. Так как вы, как юрлицо, можете в Росреестр направить запрос, и там выдают абсолютно все в этой выписке, вплоть до сервитута. Нет, тогда со мной есть? Ну, все. А там все объекты отображаются в выписке. Минимум подскажете, куда обратиться. Потому что за 80. Нет, которые уже будут более конкретные данные, числовые и временные.
об этом узнал. Но это же рынок. Кому здание принадлежит? Государственного организованного путем торговли. Знаешь, где-то, где-то было объявление, да? Согласен. Здрасте, уже получается. Я же сказал, убить бы того, кто придумал 44-й закон. Поэтому вот до народа не доносится, вот я сейчас назовем поисковик, опять же, да, обычно, допустим, продажи, там вылезет, если собрать по городу объекта, 60 из них, 50 это бараки, где там высечь. Основные знания, центры, которые можно быть под бизнес, под развитие, много, допустим, сообщений, там можно быть в стороне, там можно быть в стороне, все крупно. И все государство использует, и обычные люди, которые хотят помещение, готовы вложить деньги, инвестировать. Мой вопрос. Первое. Нужно провести маркетинговое исследование. Только компания консалтинговая должна быть достаточно высокого уровня. Там либо Евроэксперт, либо какие-нибудь KPMG, там PVC. На тему? Свободных ниш? То есть какие ниши пустуют? Это может быть... Сейчас занимается Министерство экономики. Это может быть там и тяжелая промышленность, пищевая, легкая, химия, спорт, что угодно. Вот как раз вот. Держу, вот. И потом по свободным нишам туда же можно включить, я не знаю, там франшизы доступные, ну, прочие форматы, когда можно просто выкупить интеллектуальные права там, либо права на использование какого-то оборудования. А? На полисе нет, там же только IT. Да и вас такой там вроде бы нет. То есть предприниматель должен зайти на сайт, выбирать там сферу и, допустим, идеи там. Построить там, я не знаю, там клубничную ферму. Клубники нет. Дефицит в России. Есть заказы. Или, допустим, промышленность свою интересует там. Нужен какой-то станок, который возит только из Германии. Он покупает оборудование, берет себе там льготный кредит по 0% через ФРМ и запускает производство. И вот в таком формате должен быть ресурс. Ну да. Кстати, да. То есть банк не только идеи, но и потребности. Министерство экономики деловую штуку сделало, биржевая площадка, что там свои же можно размещать, да, на те, по идее, рынок, ты сам это выдает, какие исследования делают у нас. Там, по-моему, есть, ну, как раз потребность складывается дальше. Но она же разовая потребность, правильно? Да. Разовый заказ выкладывает. То есть один заказ выполнил, а дальше? Зачем? Постоянно. Ну, это выкладывает местное. Да, нет, ну там же и... Ну то есть сам рынок, он же сам выдается. Вот мы, допустим, выложим заказ, нам нужно там 10 тонн сахара. Мы их купили, потом раз решили тростниковый в Китае покупать. Заказ исчез, а под нас там производство небольшое создали. Ну там же, понимаешь, да, по одному заказу не сделаешь. На это систематически заказать. Я честно не скажу, как там вырисовать. Просто мне кажется, эта биржа, она больше для существующих предприятий. Там быстренько проект реализовать, отгрузить. Я, надо посмотреть, там, наверное, есть какой-то анализ, вот как раз. Подготовка кадров. Сколько чего у нас делается? Да? Да. Помощница, мы сможем. Она сейчас хочет говорить то, чтобы уже в нашем курсе готовить к продвижению. Я согласна.
Алексей. Что, ну, уже можно создать банк идей, которые... Да. И там сразу работают. И те знания есть, допустим, знакомые, которые очень, ну, хотят открыть бизнес через франшизу, они знают, где взять... А какие еще могут быть? Нет, только для бизнеса, без чиновников. И подводим итог. Нет, слишком большой объем на работу, у нас инвестиции. Нет, вообще, ребят, на самом деле, что для этого есть. Вот, ну, условно говоря, вот есть этот дом предприниматель, да? Ну, условно говоря, в рамках него даже можно сделать какой-то open space для потенциальных бизнесменов. То есть он пришел там, у него кабинет потенциал, да? Он заходит туда, ему говорят. Ну, смотри, есть такие варианты, такие варианты, такие варианты, такие варианты. Да. Что хочешь, хочу правда. Ты же перекладывать ответственность будешь. У него не подписан, он там придет, сожжет, все скажет, вы мне не туда направили. Он же не, они же не подписывают, то есть, обязательно он это попрет. Варианты всегда. Вы говорите про Да, это по их мнению. Человек, кто выбор надо делать. У вас есть знакомый? Давайте дальше пойдем. Какие-то проблемы нет. Ну это вообще, на самом деле там две проблемы было, даже три. Помните, была программа Пропаш? Регионарный, на район. А в чем проблема? Ну, Умерлана, а что, вы хоть один качественный промпарк в районе найдете? Да. Например. Нет, сукуры. А? Сукуры. Ну, два. Их должно было быть 50. Нет, их же 100, их же 100. 100, да. Ну, вот ни в одном, дальше бараков ни одного. Кипмастер, миллион квадратов. Кипмастер, это чего? Кипмастер и Хипрами все-таки будут считать это. Кипмастер это индустриальный, это не промпарк, это индустриальный парк. А промпарк это для небольших, малых, среднего бизнеса. Так там и малый может взять площадь. В каком-нибудь состоянии. И, во-первых, какая там будет ставка. А вам нужен гринфилд или браунфилд? Слушай, ну, а я вот с другой стороны, вот, строили, да, есть помещение, арендаторов не найдешь. Поэтому... Потому что для всех подобно, опять же, да, мы пообщались. Пищевое направление. Вот у него свои требования к этой помещению. Да. Мы пообщались с Алексеем. Да. Есть земля новая. Допустим, для производства пищевых, чего не важно, любое пищевое направление, ему земля интересна. У него федеральная развязка, у него М7. Где производить окучек? В разницу совсем. Он разводит. Мне, допустим, как сделал сеть, автодин управление. А мне, например, как производство, мне интересно, что в рабочей силе. Мне нужно, чтобы чем больше деревьев, тем больше дешевле рабочей силы. Но там физически невозможно найти ничего, кроме свинарника. Да? То есть, и максимум, что пошел, там какой-нибудь лавишский рынок, да, просто свинарник взяли, назвали его промпарком. Чистополь. Ну, допустим, дешевую рабочую силу держаешь, как Зеленодольск. Да. Но в Чистополе тоже все есть, там зарплата 25 тысяч средняя. Для того, как офицер на рабочей силе, рабочих не найдешь. Давайте самому находим тебя там, просто дешевая земля, дешевая там на улице. Друзья, там все у нас отгоняют самые... У них проблем нет. Да, давайте мы... Вот это краткое описание решения.
Тот нас за люди есть. Салют. Давайте заплачу еще одну концерту. Поставьте букву М, как будто я не пошел как в школе, М? Или О, опоздал. Я предлагаю, смотрите, сегодня пятница, у меня 4-й час. Согласен, давайте. Виктория справится. Она соответственно поможет ему владеть, потому что облицо на запомнил. Давайте. Я вас вижу. На вопрос не ответил. Так, по налоги только мы ничего не писали. НДС как можно 15? НДС на 15, как можно? Господа, так, со всем рад познакомиться. Кирилл, привет. Всего доброго. До свидания. Не надо же в один день все делать. Вот они это, то есть,